Netflix. No, Netflix. Für alle die, die auf meinem Kanal sind, um Battles zu schauen. Ich weiß, ich habe einige Battles verpasst und dafür habe ich auch eine Begründung. Ich habe einen Verdacht auf Tumor gehabt, hier hinten, der mir operiert worden ist. Und deshalb war ich auch längere Zeit auch nicht präsent. Ich weiß aber auch nicht, ob ich die Battles schauen werde, weil ich mich gesundheitstechnisch nicht mich gut für befinde. Ich bin einfach unkonzentriert. Ich habe noch zwei Operationen vor mir und ich bin, sagen wir mal so, ich bin nervös. Ich bin nervös. Deswegen bitte ich euch, hier ein bisschen Verständnis zu haben. Ja? Mir fällt es jetzt sogar schwer, Videos zu machen, weil erstens, ich habe Schmerzen. Ich versuche trotzdem, diese Schmerzen zu unterdrücken. Und trotzdem versuche ich an die Videos mit guten Emotionen ranzugehen. Und es ist ein bisschen schwer. Deshalb, ich möchte, dass ihr so ein bisschen Verständnis hierfür habt. So. Es ist ein Song auf 140 BPM erschienen, ja, mit Otto, Smoke B. Und ich möchte gerne einfach den mal anhören. Ja. Let's go. Как каждый враг, как Роб Старк, мертвый Роб Старк. Рэпер нажимает play, но мой флоу для них босс файт. Вечно фейки ghost ride, но каждый бар в рос майк. Я не дам им веселиться, каждый враг, как Роб Старк. Каждый враг, как Роб Старк. Diese Stimme. Каждый враг как Роб Старк. Больше как Джон Слам. Хочет меня убить, хочет меня обнять. Куришь точно косяк, любишь то, что нельзя. Хочешь мощный панчлайн, Эмми знает, где взять. Я 7 лет батл в онлайнах, поэтому каждому трек это батл. Напиши меня, иначе я запаник, типа будешь умолить, и снова ты попрятся. Bitch, but I have my money. Делаю круто, когда он заряжает. Лишь палец и палец, палец и палец. У хейтеров все подгорает. Эмми сказала, докались. Студийные будки, сутки, где цель этим псам не дают сорваться. С цепей они юзают путь, чтобы выдавить хель. Между ними война, так куда не плюнь. Хай каждый ебаный камикадзе с рэком. Тот закроет рот по приказу сверху. Так добро пожаловать в нашу эру. Где все вот это вот зовется рэпом. Вызываю на файт, блять, нахуй фейм. Мой батловый вайп, ударит по сей день. Тебе нужен гостайт, байт чужих идей. Враг и один тейк. Они будут обсуждать яром и вин. Эй, да я буду выжигать взглядом, как Джин Грей. Мне как-то поебать в соло или тимплей. Все, что тебе останется здесь, это терпеть. Это я что, как Грей, готов все заебать. What the fuck? Smoke, that is einfach zerrissen, bro. Das ist mal ein Track, den ich mir vorstelle von Rappern, die battlen. Sowas ist, das ist, wow. Wuff. Stark. Bis jetzt? Stark. Ни много ни мало, камбэк лучше лиги на битах. Гомель, Питер, Салихар, не нужно лишних фраз. Только неповторимый вайб. Я всегда в форме, я всегда прайм. Привыкай, батл рэп не закончен, знай. Погоди, шлюхи в игре, мы будем продлевать. Роб Старк. Роб Старк. Босс файт. Sergei sieht so ein bisschen wie so ein Mafiosi aus. Von der Seite sieht so ein bisschen, ähnelt er ein bisschen SCH. Каждый враг как Роб Старк, от нуля и до ста. Каждый MC устал, я кричу ему.
don't stop. Что ты знаешь про страх? Заберу ваш рок-стар. Отъебемся от масс. Улетим в Казахстан. Что? Быть таким, как вы? Окей. Мрачное черное зарево. Я разорву тебя на куски, бич. Перевыполнив клапы чернухи на сайфере. Так что послушай мой маленький батлер. Я из мира классической сцены. Достоевский докажет, что не надо мне занимать тут проценты. Вот, движайся только в кругу. Но если надо, то все умру. Смотрю их батлы полный сумбур. Пришел, чтобы изменить их судьбу. Ваши рифмы ничего не значат. Как Робстар. What the fuck, what the hashtag? Кто у нас Фростмайк? Вайп? Каждый враг как Робстар. Каждый враг как Робстар. От нуля и до ста. Каждый МС устал. Я кричу им don't stop. Что ты знаешь про страх? Заберу ваш Робстар. Отъебемся от масс. Улетим в Казахстан. Что? Быть таким, как вы? Окей. Черное зарево, я разорву тебя на куски, бич. Перевыполнив план по чернухе на сайфере. Так что послушай, мой маленький батлер. Я из мира классической сцены. Достоевский докажет, что не надо мне занимать тут проценты. Возвращайся только в кругу. Но если надо, то все умру. Смотрю их батлы, полный сумбур. Пришел, чтобы изменить их судьбу. Ваши рифмы ничего не значат. Актеры лезут в батл рэп. Чтобы вы научились бачить. On fire! On fire! Каждый враг как Робстар. Кто мертвый Робстар? Рэпер нажимает play, но мой флоу для них босс файт. Бич, ты фейк и голостает. Но каждый бар в рост майк. Я не дам им веселиться. Каждый враг как Робстар. Каждый враг как Робстар. Ich sag euch, wie es ist, sowas wünsche ich mir mehr. Hier sieht man, wenn Rapper aufeinandertreffen, die tatsächlich guten Style haben, dann kommen solche Songs zustande. What the fuck? Oh, das heißt, es kommen bald neue Battles. Starker Track, sowas will ich mehr haben. Yeah. New School Schlampen sind auf Maniküre und Looks. Haben mehr Farben auf den Fingern als auf Packung Fruity Loops. Gucci Tiffy wie auf Fashion Week. Klamotten Second In. Sie tragen Bodybag im Wert eines Happy Meals. Durek, Bandana, Gang Clips, Montana. Cash, Money, Flow und G-Bands von Blendern. Deine Daytona ist leider fake. Deshalb kommst du zu all deinen Shootings zu spät.